Привет, друзья! Сегодня я, значит, в городе. Выдался у меня небольшой выходной. И решил поснимать одну винтовку. У друга, значит, высмотрел я ее ВКонтакте. Мишаня, если смотришь, привет. И попросил, в общем, пострелять. Пневматическая винтовка. Вот такой вот аппарат. Значит, турецкая пневматическая винтовка системы Bullpup. Конкретно модель Kral Arms Puncher Breaker. Винтовка тяжелая, больше 4 килограмм, мне кажется. Точный вес ее не могу сказать. Поставлена оптика 3.9 на 40. Разбираться можно, посмотреть. Такая вот оптика стоит. Сегодня выедем в поля, немножко постреляем. Что хочу сказать об этой винтовке. Отзывы хозяина очень положительные. Стрелял он с нее уток и стрелял даже бобра. Так, ну что. Значит, давление. Винтовка накачивается насосом высокого давления. То есть вот резервуар для воздуха. Максимальное давление у нее 315 бар. Считаю, что это очень много. Хотя на винтовке написано максимальное давление 200 бар. То есть свыше этого уже, наверное, нарушение закона. Винтовка, да, турецкая, уже, наверное, говорил. 4,5 миллиметров калибр данного агрегата. С винтовкой шла вот такая вот инструкция. Такая здесь написано, что не баловаться с оружием. Много всяких наставлений. Соблюдать меры предосторожности и технические особенности данной винтовки. Так, сейчас покажу, значит, два магазина шло в комплекте. Такие вот магазины. Два штуки. На мой взгляд, они, ну, как скажем, не очень, наверное, хорошие. Могли бы металлическими их сделать. Они пластиковые. Говорят, что часто ломаются. Чем я нравлюсь. Буду согласен. Будем стрелять пулями 0,68 грамма. Такие вот пульки. Да, 14-местный магазин. 14 пулек вставляется. Так вот через дырочку забрасывается туда не магазин. Вот так. Магазин закрывается. И взводится затвор, или как его назвать, механизм, и магазин пристегивается к винтовке. Сейчас разобраться будем. Не так. Наверное. Нет. А как он пристегивается-то, ну? Ага, вот, так, наверное. Вот так вот магазин пристегивается к винтовке. И пулька досылается в канал ствола затвором. Стоит предохранитель S. Положение S — это на предохранителе, F — огонь. Такой вот аппарат. Стоимость данной винтовки с насосом и с оптикой составляет 50 тысяч рублей. На мой взгляд, дороговато. Ну, у человека поднялась рука купить ее. Молодец. Хорошее приобретение, я считаю. Попробую сегодня, значит, пострелять.
Вчера я целился с нее. Мне кажется, что для меня она немножко не подходит. Постреляем на разные дистанции. 10, 20, 30, 40, 50 метров. Данную винтовку сейчас закачано, наверное, 240 бар давление. Выстрелов на 30, я думаю, хватит. Насос я брать не стал. В общем, такой вот аппарат. Я думаю, такая винтовка могла бы вполне подойти для стрельбы белки, рябчика, утки. Наверное, куницы. Бобра это, конечно, мишеня. Как сказать-то? Наверное, для бобра-то она все-таки слабовата. А калибр побольше. Ну и давление, соответственно. Но все-таки стрелял. Стрелял бобра. Это, считаю, что достаточно уже такое серьезное оружие. Не для баловства. Пострелять я люблю, в армии приходилось мне пристреливать и СВД, и автомат, и пулемет. Служил я в разведке, поэтому настрелялся, скажем так, до сыта, до посинения на плече стрелял. Так что вот так. Вообще, винтовка такая харизматичная. Вес, конечно, у нее очень тяжелая она. И для меня она немножко... Немножко она для меня не прикладиста. Чуть-чуть. Подсчетчик бы сделать немного. Сюда бы его сместить в сторону. Было бы гораздо удобнее. Так, для меня... Для меня сей аппарат не очень прикладист. А постреляем, посмотрим. Очень хочется. Плюнуть из этого аппарата. Какой он харизматичный. Да, приклад у него, ложа деревянная, я думаю, из ореха. Все остальные запчасти, баллон, ствол, все металлическое. Ствол с нарезами. Все так выглядит серьезно. Турки умеют делать оружие. Думаю, что постреляв не разочаруюсь. Все увидите немного позднее. Еще раз напоминаю. Винтовка называется Kral Arms Puncher Breaker. Системы Bullpup. Для каких-нибудь развлекательных стрельб, где-то там на даче, там, под шашлычок, вообще бы было здорово, если бы винтовки пошмалять. Посоревноваться с приятелями. В общем, оставайтесь на канале. Сниму вторую часть видео и выложу сразу две части: обзор и стрельбы. Подписывайтесь. Очень приятно, что смотрите меня. Огромный привет моим подписчикам из-за рубежа. Очень много стран. Очень приятно. Канада, Англия, Нидерланды, Черногория, в общем, Австралия, со всего мира люди пишут. Это на самом деле здорово пообщаться. Всем вам огромный привет и большое спасибо, что поддерживаете мой канал, смотрите, пишите комментарии, ставите лайки. Я очень вам за это благодарен. Ну, в общем, вам приятного просмотра. Давайте, мужики.